Итак, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, мы продолжаем вместе с вами проходить Hello Neighbor, Dark Neighbor, Hello, что там, Dark Neighbor, Remaster, Continuation, я уже просто записываю, блин, третий ролик подряд, считай, что сзади, и у меня уже язык заплетается, просто вот сижу, работаю, голова греется, ребят, немножечко, поэтому был бы признателен, поддержали бы лайком, конечно же, напомню, не забудьте подписаться на мой рутуб и дзен-канал, ссылочка, надеюсь, на них в описании, друзья. Друзья, спасибо, что со мной. Я надеюсь, что это будет последний выпуск по этому моду. Я надеюсь, что мы сейчас все-таки его, наконец, пройдем. Если поставишь сейчас лайк, то я думаю, мы точно его пройдем. Твой лайк однозначно поможет этому, поможет дяде Леше победить свою слепоту и тупизм. И, возможно, но не точно, мы это сделаем. Ладно, ребят, давайте начинаем. С вами, как всегда, я Леха Смертник. Я надеюсь, что у вас отличное настроение. У вас на дворе уже, наверное, среда. А я по-прежнему записываю все это дело в субботу. Сижу в субботу, не иду никуда. Все ради вас стараюсь, ребят. Сердце свое считаю, что вам отдаю. Хотя как можно отдать то, чего нету? Ладно, ребят, давайте, поехали. С вами, как всегда, я Леха Смертник. Так, доброе утречко, я тут постоянно просыпаюсь, ну вот травка есть хорошая травка есть, лег бы здесь бы, поспал бы, да и все, в траве, в травке, и нормально бы все было, так, ладненько, все у нас прохладненько, пойдем здесь побегаем. Так, а мне бы вспомнить, где, как, вообще, куда, зачем мне идти и для чего. А, ну да, действительно, я ведь ищу этот бойлер, не бойлер, вот эта штука, я забыл, как она называется, на протяжении уже фиг знает каких выпусков, а он просто вот всегда был перед глазами такой, пожалуйста, говорит, заходите, говорит, я просто смотрю на него такой, а где же он? Вон как Василич так же, вот он поднялся такой, а где же там что находится-то? Действительно и правда, где что находится, Василич, по-моему, идет сюда. Ему не нравится, что я у него здесь хожу. Так, может посмотреть на кухне. Может быть здесь что-то есть. Интересно, отлично. Есть еще один кусочек торта. Одно упавшее кресло. Так, акулу мы ведь выгнали погулять. Акуле надо гулять. Второе кресло. Нифига себе здесь сколько кресел. Это замечательно. Так, здесь я помню ставил. Отлично, давай все это забираем. Сейчас мы все это дело как составим. Ох! Так. Еще надо найти где-то кусочек. Где-то кусочек еще надо найти. Так где его взять? Взять-то где? Так, а может здесь что-то есть еще интересно? Кусочек торта мне нужен. И еще один Джонни. Либо Билли, либо Вилли, либо Дилли. Так, а это куда вход? Тоже куда-то вход у нас есть. Непонятно куда, непонятно зачем. Но главное, что он есть. Хорошо, когда есть вход, плохо, когда входа нет. Так, здесь, я думаю, ничего, наверное, нету такого интересного, то есть мы не найдем. Не знаю, кто мы, я и моя шизофрения, видимо. Кто еще могут быть под словами мы. Так, а где искать-то? Где искать-то мне еще? Человечка надо найти. Опа, Василич. Вот Василич меня нашел. Василич у нас рабочий мужик. Ё-моё. Но зато день настал. День настал, что же он нам вновь прислал? День настал, и в кусты я вновь насрал. День настал. Так, надо искать, куда я мог деть кусочки торта. Где они могут быть у нас? В этих вот коридорах здоровенных. Мне кажется, он где-то должен... Так, пончик. Где-то, мне кажется, он должен быть где-то вот прям на видном месте, скорее всего, где-то располагаться. Так, а если в том длинном коридоре, может быть... А может быть и нет. А может быть и да. А может быть с вороном. А может быть сорока. Так, здесь. Здесь у нас есть что-нибудь? Похоже. О, отлично. Еще одного нашел парнишку нашел. Это уже плюсы. Одни плюсы, так сказать. Плюс это лучше, чем минус. Не всегда плюс это хорошо, конечно. Иногда бывает, что плюс это плохо. Шуточки-прибауточки, ну да ладненько.
Так, здесь у нас нет тортов. Так, может быть, здесь есть торты. Где же тортик мне найти? И куда мне с ним пойти? Разыскать бы мне его. Во-во-во-во-во-во-во. Так, серьезно, а где торт взять еще? Может, где-то на кухне был? Честно, не понимаю, не знаю, где искать. Так, ладно, этого нашел. Но по-любому нужен кусочек торта. A piece of cake. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Мне кажется, рано или поздно мне все равно должен попасть где-то на глаза. Так, вот здесь, я помню, был тортик. Я его забрал. Я его унес. О, отлично. Все, схема собрана. Сейчас заберу ружье и пойду все открывать. Либо придет Василий, и тоже ничего не вскроет. Так, давай, пошли. Тебя поставим. Так. Отлично. Ружье забрали. Но у нас гангстеры. Так, подожди, мне ведь... А, нет, все нормально. Так, а куда еще стрелять? Куда стрелять-то? Так, машинку. Вот еще. Так, сейчас все это дело погаснет. Так, давай вот это тоже уберу. Да, косоглазый Алексей у нас, видите, всех. Отлично. Отлично, мы зашли. И что же мы здесь нашли? А нифига мы здесь не нашли. О, ключ. Ключ от машины. От машины есть тут ключ. Он прекрасен, он могуч. Угоняет, стоит туч. Опять, чуть-чуть меня все тянет. Куда-то на стае стоит туч. Нашел здесь ключ. Туда пошел. И что нашел? Машину открой. Ой-ой-ой-ой. Чуть не разбился. Нифига, дерево вот зато отрастил. Какое дерево вырастил у Васильича? Великолепное. Ладно, давай, откроем. Так, магнит. Так, а нафига мне магнит-то вообще? Подожди-ка. Где дожди-ка? А вот здесь у меня не было случайно? Тут, по-моему, тогда я еще пришел. Да, вон он. Он лежит. То есть мне не показалось. Ага, так, голубой ключ. Смотри, какая черепица-то красивая, красивая черепица у нас здесь на крыше. Прям, ох, красота. Так, и это мне вот, по-моему, вот сюда в комнату. Так, ага, граммофон. Кстати, а я что-то не послушал, какая все-таки музыка играет с этого. На улице с зеленого граммофона надо бы спуститься и послушать. Ну а чё бы нет, как говорится. Прекрасным всегда можно насладиться. Тун-тун. Это что, Майнкрафт, что ли? Или мне кажется? Да, по-моему. Что такое Майнкрафт? Ау!
Дядюшка, ау! 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 Так, все, я сломался. Так, ладно. Пойдем сюда. Сюда наверх сейчас мы залезем. Ты что, Василич, как ты так делаешь-то? Хватит меня пугать. Давай, Василич, в окно. Правильно, молодец. Здесь Сандуров действует. Молодец. Молодец, Василич. Работаешь, не покладая рук, так сказать. Так, все, давай, врубаем. Повинуйтесь своему господину. Я ваше божество. Хоть музыка это не обламывает, хоть с ней может спокойно ходить, пусть играет даже, то есть на фоне. Прям нормально. Нормально все. Нормально. Так, что я тут сейчас найду? Это, видимо, я холодильник отрубил, да? И чё, типа, у меня карточка будет, да? А ключа здесь нету, да? Серьезно, да? Вы сейчас серьезно это все, да? А где мне его искать вообще? Так, вот идет. Так, сейчас узнаем, какой это холодильник. Прям на камеру вот сюда. Оп. Ага, подбили. Вот, наверное, на кухне холодильник. А где мне желтый ключ взять? Я стесняюсь спросить. В смысле, я сейчас что, во всем доме буду искать желтый ключ? Ну не. Не. Серьезно, а где его найду-то? Так, что-то там разморозился. Не, ну может быть, конечно, в последней где-то комнатах было на втором этаже. Вряд ли используется один и тот же ключ, допустим, для этого и для того. Василич, успокойся. Так, я не туда. Подожди. Так, ладно, пошел. Так, ну давай здесь поищем тогда. Я здесь ключ от машины находил. Может быть, здесь где-то и желтый ключ есть. А может, нет. Да он вообще худе может быть здесь. Дом огроменный. В этой комнате. Тоже нет. Или в этой. Но здесь я лом забрал. А тот вообще худе может быть? Прям действительно худе находиться абсолютно в любой плоскости, в любом пространстве. Поэтому, ребят, я не вижу смысла бегать его искать. Вот сейчас лежит в этом здоровенном доме. Давайте я проще гляну, где он просто находится. Ну, потому что это действительно, я сейчас могу его бегать полчаса искать. Я думаю, вам будет это не сильно интересно узнать, если я его буду полчаса искать. Так, какой у нас там код? 220. Сейчас я гляну, где он находится вообще. 220. Так, а где у нас ключ под 220? Может быть, это локпик? Локпик, наверное, это... Так, подожди. Как он там называется? Пиклок. Подожди.
Стой, что-то я еще ничего не понял. Окей, 220 меня интересует. А, вот 220-й ключ. Так, он у нас находится закопанный, и мне надо где-то найти лопату, чтобы его откопать. А где мне взять лопату-то? Где лопату-то найти? Точно, я забыл, что сзади на заднем дворе там этот. Та могила. А, вот, мне, наверное, ключ сюда надо, да. И отсюда, если я найду ключ, тогда я доберусь туда. Я вообще, короче, не туда копаю. Я что-то вообще, короче, подумал, что это все, а мне вот еще надо фиолетовый ключ где-то взять. Короче, я гляну, где взять фиолетовый ключ. Все, я хочу закончить с этим модом. Все, мне надоел. Сейчас опять, вот ты нечестный, в смысле, значит, это он. Ты читеришь, и пожалуйста, проходишь там некоторых моментов, причем реально проходишь, в смысле, ну, потому что реально, ну, потому что здоровенный дом, я не знаю, я просто реально, я не знаю, где сейчас искать, я даже не могу найти эту комнату с акулой, пока вот сейчас летаю здесь, а вы мне говорите, в смысле, это, так, вот комната с акулой, так, и где вот этот ключ у нас, 300, шуточки, 300, про тракториста, ага, А ключ-то у нас здесь рядом. Рядом ключ был все это время. Лежит он вот здесь. Просто я туда даже не смотрел. Вон оно как. Так, все, сейчас. Да все, уже глаз замылен. Ничего, неохота. Все, давай, пошли, откроем. По-любому здесь, прямо вот здесь лопата должна 100 пудов быть. Чё? А лопата-то где? А, вот. Я уж реально начал беспокоиться. Думаю, нафига тогда эта комната здесь нет лопаты. Лопата. Иди ты куда-то. Молодец. Пролетел, разбился я. Вот такие вот дела. Пойдем копать. Копать пойдем. Сейчас все откопаем. Выкопаем все. Как мне надоело. Здесь вот это все. Так, ключ. Все, отлично. Что и про комнату. Беги вокруг. Молодец. Пустили Васильевича по кругу, так сказать. Так. А в подвал зайдем сейчас. Василич! Отстань от меня! Все, я побежал. Побежал в подвалы. Спрячься там, часики крутятся, лайки мутятся. Что-то где-то что-то происходит. Ух, нифига себе, как я бегу. Я же, по-моему, второй раз в этот подвал прибежал. Как дурачок бегу из подвала, сбегу, потом опять прихожу туда, что происходит. Василич! Нет! Так, и здесь у меня заперто, да? Выбор-то у меня невелик, куда идти. А, можно здесь второй выход еще взять, найти. Да? А что это? Кровать? Че, в смысле, я пришел, лег поспать, серьезно?
У меня сейчас с головой, видимо, беда, в смысле. Просто пришел в кровать, лег, за мной Васильевич бежит, такой, да, лягу, посплю. В любой непонятной ситуации ложись и спи. Все нормально, часики крутятся, лайки мутятся, как говорится. Так. Сейчас должно, подождите, сейчас. Давайте, это, наверное, не прогрузилось сейчас. Сейчас последний акт прогрузится. Подождем, чтобы так, во, во всех красках все увидеть, все, что здесь должно быть. Вот, прогрузилось. Давайте, давайте смотрим. Смотрим теперь. Ох! Здорово! И поехал. Вышел, поздоровался и уехал нафиг. Нафиг это оно мне все надо, говорит. Приключения, как вот эти. А честно, фильтр вот последний зависит от того, который был, или он тут случайным образом выбрался? Ну, в плане, или такое должен был быть. Dark Neighbor Matrix Continuation. Создатель Женюк. Кенбо. Света Майн Меню. Ахан за свет, ютуберс. Алексей Смертный, конечно же. Подписываемся на его канал. Самый первый, так сказать. Специальное спасибо еще. Кенбо официал Ахан. Hello, neighbor. Вот, вот такой вот хорошенький, ребят, был мод, мы проходили на протяжении скольких выпусков-то, нифига себе. Вот, вот, Full Verse of Revenge. В смысле Full Verse of Revenge? Это, наверное, какой-то другой мод, потому что... Ну, в этот мод я еще раз точно не буду играть, потому что я его уже настолько раз прошел, что это уже... Я не знаю, ну вот этих новых актов здесь не было, кстати. Что есть, то есть, как говорится. Вот, ребят. Можете ставить свои лайки, конечно же, поддерживать. Подписаться на Дзен, на Рутуб. Быть хорошим подписчиком. Добро пожаловать в архиве. В архивы. А здесь все объекты у нас. Нифига тут даже заморочить, даже все объекты, в смысле, сделали. Смотря в том, как задумался, вот под названием Dark Neighbor Remastered Continuation. Так вот, проснулся как-то январским утром, подумал, можно сделать продолжение Dark Neighbor Remastered. Думал назвать мод Dark Neighbor 3, но потом передумал, назвал его, как уже звать, Dark Neighbor Remastered Continuation. Играли при альфа, да, я знаю, он получился, мягко говоря, не очень. Но потому что альфа 1 много изменился при альфа версии мода, я просто ее перестроил, потому что альфа 2 вроде как все понравилось. Красная ночь, это было где-то конец апреля, я пошел спать, и мне приснился полностью мод от начала до конца. Все катсцены, много и другой конец. Теперь я хочу поблагодарить, что все, кто поиграл в этот мод, так и людей, так и ютуберов, которые поиграли в этот мод. Самое главное, те, кто помогал мне делать мод. Спасибо вам большое, я вам очень сильно благодарен. И да, Алексей Смертник, мой ник читается по первой букве. В смысле, по первой букве. Ну так, там и Z, и X, понимаешь? Зенюк, типа. Зенюк. Ну там X. Ксенюк. Булбаш там, типа, Женюк. Создатели звали Евгений, вам хорошего дня и вечера. Женюк, по идее. Ну, там должен был аж тогда стоять. Вот. Это мой последний мод, может, когда-нибудь вернусь. Вот туда. Вернуться в меню. Видите, вот так вот. Вот там. Это первый букв. Первый букв. Ксенюк. Занюк. Занюк. Вернуться в меню. Все, вернулся в меню. Ушел, ребят. Ну, такая вот концовочка у нас грустная, грустная. Все, осень, учиться надо, делами заниматься. А все, мне кажется, меня вообще выкинуло. Меня просто выкинуло. Я не знаю, что произошло. Мне, короче, все свернулось. У меня почему-то с ОБСом какой-то
Это жесть только что произошла. Он почему-то стал очень маленьким. Я вообще не помню, что сейчас стало. Вот, ребята. На этом все. С вами, как всегда, был я, Лёха Сметрик. Подписывайтесь на канал, жмем на колокольчик. Всем удачи и всем пока. Увидимся реально. О чем мне стало? У меня что, видео не записалось? Должно было все записаться. Все нормально. Что-то вообще непонятное произошло сейчас только что. Мне это немножко пугает. Так вот, это надо только расширить. Это расширить. Вот это сюда. Вот. Все, ребят, все нужные ссылочки в описании. Спасибо, что со мной. Всегда ваш Леха Смерть. Всем удачи, всем пока. Всем хорошей осени. Увидимся.